Северодвинское отделение Союза машиностроителей России поддержит участников Великой Отечественной. Куратором станет руководитель отделения Александр Спиридонов. Каждый куратор обязан быть на связи с ветераном или его родственниками и при необходимости оказывать оперативную помощь. Распоряжение правительства региона закрепляет ответственных за всеми ветеранами и участниками Великой Отечественной. Сегодня мы уже собрали первую часть проблем в виде звонков от родственников этих ветеранов. Там, безусловно, проблемы бытовые, транспортное сопровождение, медицинская помощь, социальные проблемы. То есть это то, что сегодня, в общем-то, беспокоит ветеранов и их родственников. Мы давно с ними работаем, помогаем. И, конечно, для меня это будет личная честь участвовать в этой работе. Считаю ее очень важной. Напомним, что поручение о назначении кураторов губернатор Александр Цибульский дал в ходе послания областному собранию.